нас вот в зоне свои летучие голландцы есть. Мы их грузовиками смерти называем. А назвали мы их так потому, что пассажиры этих грузовиков почти никогда не выживают. А если и выживают, то мозги их буквально кипят. Единственный, кого я знаю из выживших, это стрелок. Да и тот в себя долго приходил. Куда они едут, нагруженные телами, толком никто не знает. Но самая главная загадка, как эти грузовики преодолевают препятствия. Блокпосты, шлагбаумы, они словно призраки пролетают сквозь них, даже царапинки не получают. Но ты не задумывайся, спать крепче будешь. Кстати, зацени, я тут у Сидоровича ноутбук купил, а там игра балдежная установлена про нашу зону, блин. SV Stalker RP называется. Кастомные локации, уникальная система тайников, аномалии, мутанты, группировки и даже торговцы. Атмосфера просто шикардос. Мне даже на улицу выходить уже не хочется. Ведь тут я сам могу стать кем захочу. Залетай тоже в SV Stalker RP, нечего на улице делать.